have been oppressed. We are forced to ride the back of a bus so a white passenger could sit. Innocent black men are in prison. How many more have to be slain for America to say enough is enough? We're in this together. How can I help you? We will lead people to real equality in this country. Fight against oppression by any means necessary. What you're doing is just. Never question that. Brothers and sisters, are you ready? I believe you're going to do great things. We must be a little daring. We can change the course of history. Be careful. Evil looms over everything. This is our reality now. Who do you think this is going to hurt more, you or me? I imagine it's unlikely to aid either one of us. Well, then let's keep them guessing. Amen to that. Я Джейн. Я Джон. Банковская карта и регистрация брака. Мы женаты? Да, похоже, мы женаты. Они не говорили, что мы будем в паре до последнего интервью. Это старая тактика КГБ. В паре мы привлекаем меньше внимания. Очень романтично. Чем вы двое занимаетесь? Мы инженеры и программисты. Программисты? Ввести разовую дозу. Пострадавших нет. Что? Думаете, если бы компания не подобрала бы вас, вы были бы совместимы? Ты как ребёнок. Ты сидишь под навесом, который я сделал. Я развел этот костер. О, я человек, я принес я тебе рыбу. Убежище. Еда, огонь, вода. Нет. Может быть. Работа, жизнь, романтика. Все они часть одного проекта. Ты сказал, что любишь меня. Да, ты тоже. Ух ты. Мы собирались умереть. Так ты не хотел этого? Нет, имел. Это круто. Не делай этого. Извините. Мистер и миссис Смит. 2 февраля. I've got a visual. This was a coordinated attack. Yes, but by whom? No. Wife, you will have your back against the wall. And you will have to fight your way out of it. Trust your gut. If it's telling you that something is off, it probably is. A new Equalizer next Sunday on CBS. Ты заслужил правду. Враги у нас на пороге. Их численность просто огромна. Десантники, что пойдут с нами в бой, вряд ли выживут. Но каждая секунда, что мы сдерживаем врагов, позволяет спасти жизни невинных. А они смогут процветать и нести историю, что вы напишете сегодня. Вас будут помнить вечно. Будут помнить.
«Хейло. Новый сезон. 8 февраля 2024 года». Ты готова? Да, сэр. Пора снова думать о преступности. В феврале. Расступитесь! Одна команда. Это наш город. Вместе мы сила. Наш долг защищать людей. Смена еще не окончена. Новобранец.